Музыка со славянскими мотивами, венки и цветы, водяные брызги. В минувшую пятницу на площадке некоммерческого партнерства Саянцы.ру прошел праздник «Иван Купала». Проходил этот праздник в рамках известного с прошлого года жителям города необычного творческого проекта под названием «Ретро-сквер». Сюда может любой прийти, рассказать что-то, спеть, плясать. Дети вообще тут хозяева. Вот и однажды мы, вот молодежь здесь хозяйничает, в общем-то, она им такую свободу тут предоставляет. И однажды мы с ребятами, ну это буквально было дня три тому назад, решили вот провести вот такое действие. Мы вот за три дня вот это все приготовили. Организаторы очень хотели поделиться с жителями города историей о празднике Ивана Купалы, что позволил сделать небольшой экскурс в историю. Собравшимся зрителям рассказали о корнях праздника и об обычаях, соблюдаемых в этот день. Все вместе вспоминали пословицы и поговорки о лете, отгадывали загадки. Также любой желающий мог поучаствовать в мастер-классе по фитнесу и поиграть в веселые игры. Хорошая речка получилась! Каждая пара ныряет и очищается, очищает свои телеса. Не обошли стороной и плетение символа праздника – венка из трав и цветов. Был проведен символический ритуал очищения. И взрослые, и дети, взявшись за руки, водили хоровод вокруг импровизированного костра из свечей. И, конечно же, не обошлось без традиционного веселого обливания водой. А под конец праздника на радость мальчишек и девчонок приехала настоящая пожарная машина, которая создала большой водяной фонтан, поливавший водой все вокруг и подаривший хорошее настроение. К слову сказать, весь праздник от начала и до конца организовали и провели юные саянцы без участия старшего поколения.